вами канал улицы Москвы. Мы находимся в районе Преображенской на улице Лермонтовской. Здесь ведется на пересечении с Малой Черкизовской улицей строительство жилого комплекса «Время». Время – это мой выбор, жить как я хочу. Ну, в принципе, да, так как тут до метро не очень далеко, в принципе, станция метро Преображенская площадь располагается в пешей доступности. Вот она там. Вы время все-таки будете экономить, наверное. Рядом с пиццерией. Но это... Да, и поставили смайлик. Ну, я думаю, где-нибудь в конце 90-х это могло бы даже и преимуществом. Кто его знает. Жить рядом с пиццерией. Ну, посмотрим, раз я уже сакцентировал внимание. Два парка рядом. Что они имеют в виду? На Сокольнике, понятно. Второй Лосиный остров, что ли? Так, сюда вот. Опа, посмотрим. Это же жилой комплекс. Как его строят. Опа. Рядом с пиццерией. Это круто, конечно. А если там еще винотека в соседнем подъезде, а в другом там магазин крафтового пива, так это вообще кайф. Вот как это будет выглядеть все, когда построится. Так он тут будет между домами скрыт. Ладно, пойдем по улице Лермонтовской дальше. В направлении Зельевого переулка сейчас хотелось бы пройти. И следующий выпуск в сегодняшнем цикле выпусков будет заключительным. Вы это все увидите в среду, 12 числа. В следующем выпуске мы прогуляемся по Знаменской улице. Вот она такая вот среди кирпичных домов. Проходит Лермонтовская улица. Не путать с Лермонтовским проспектом. Как и Знаменскую, естественно, с улицей Знаменка. Так, взглянем обратно на время. Ну, а его тут отсюда и не видно. Там чуть-чуть вот этот дом, и кран торчит сверху. Так, все, дальше погнали. Скоро уже темно будет.